Во вторник в культурном центре «Зеленоград» прошел очередной этап игр «Зел КВН». Молодежная лига порадовала зрителей новыми участниками. В четвертьфинале боролись 5 команд. «Зелень», «Вот такие дела», «Трое в лодке не считая» и участники из Москвы. «Чайный пакетик» Государственного университета управления и «Вне очереди» из Высшей школы экономики. Веселые и находчивые должны были проявить себя в 3 конкурсах. «Приветствие», «5 шуток про» и «Домашнее задание». Ни пуха, ни пера. Сказочный марафон традиционно начался с приветствия команд. Участники перевоплощались в известных личностей, делали пародии на телевизионные шоу и показывали смешные случаи из жизни. Человек заблудился в 3 соснах. Фу, слава богу, вышел. Время ставить оценки. Самый смешной, по мнению жюри, оказалась команда «Вот такие дела». Следующий конкурс прошел в необычной форме. Участник из каждой команды должен был рассказать подряд по 5 шуток, после чего выставлялись оценки. По итогам 2 конкурса лидировала команда «Чайный пакетик». Хирург-романтик любит вырезать сердечки. Пора показать свое домашнее задание. В этом конкурсе участники порадовали зрителей своими перевоплощениями и костюмами. Как дела? Лучше всего со своим домашним заданием справились «Вот такие дела». 3 конкурса позади, и время подводить итоги. 5 место «Вне очереди», 4 место «Зелень», 3 место «Трое в лодке не считая», 2 место «Чайный пакетик». И самые высокие дополнительные баллы для полуфинала заработала команда «Вот такие дела». КВНщики встретятся вновь уже после новогодних праздников. Более подробную информацию о предстоящих играх и видео с выступлениями можно посмотреть в группе «Зел КВН» ВКонтакте. Анастасия Денисова, Данила Гуляков, МЕД ТВ.